Всем привет! Перед вами уменьшенная копия автомобиля ГАЗ. Все четко, как у настоящей машины. Как видите, все сделано из дерева, все вручную, все детали четко вырезаны, покрашены. Вот, смотрите. Здесь, правда, отломано зеркальце. Ну а так я просто восхищен всем этим. Видите, тут даже омыватели есть. Все четко, красивенько. Просто мастер делал. Вот тут что под низом автомобиля. Это четко колеса, запасное даже колесо. И тут все идет, конечно, все красиво, как у настоящего автомобиля. Вот это игрушка. И сзади, если бы еще вот это все открывалось, конечно, вообще шикарно было. Еще бы номер какой-то подцепить. Это для коллекционеров, конечно, игрушка, то, что нужно. Видите, и сверху. И запах. Запах дерева, конечно, шикарный. Да, можно было, конечно, добавить еще детали, чтобы капот открывался, двери открывались. Вот тут сзади тоже открывалось, но и так выглядит неплохо. Такая увесистая игрушка. Колеса не крутятся тоже. Вот если бы они еще крутились. Шикарный автомобиль. В общем, всем спасибо за внимание, ребят. Лайкайте, подписывайтесь. Всем пока.